Московская полиция сегодня выясняет обстоятельства массовой драки на юго-востоке столицы. По предварительным данным, в потасовке у кафе «Неолит» на Курьянской улице участвовали около 50 человек, около 20 задержаны. Их проверят на причастность к драке. Сейчас известно о как минимум одном пострадавшем. «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщает, на месте драки нашли следы применения травматического оружия. Эту информацию подтверждают и жители соседних домов. Мы видели, что продолжалось отсюда, все стрельбой доходило до конечной остановки. Это вы стреляли по всему району? Ну, стреляли вот оттуда, за этим домом. Слышали стрельбу оттуда. И то есть и вся быстрая толпа, не знаю, там человек 30, может быть. Где-то 30. И побежала вся туда вот, в сторону остановки конечной. А сколько выстрелов вообще было? Да полно, как будто стреляли из автомата, наверное. Больше 10, наверное. Да больше 20 даже. Ну, а хлопки какие были? Как пистолет. Я же знаю, как пистолет стреляет.